Ну что ж, ребят, всем WhatsApp, с вами Баш. Я здесь вот, собственно, бегаю. Тут какая-то дорога есть наверх. Не та, по которой я спускался. Чисто ради интереса глянуть, что это такое. Вы же не против? А, она, скорее всего, просто ведет в землю морг, да? Да. Ничего интересного. Нефиг там нам этих орков делать. Нефиг. Рановато еще. По 10 штук буду таплиться. А я по одному их только могу убивать. Да, вон там какая-то башня есть. Что это за башня? А, ну это опять к оркам. Нет, к оркам нам не надо. Нам еще рановато туда. О, еще один. Ну, давай затестим топор твоего брата. Ты знаешь, даже не знаю, как его характеризовать. Ну, конечно, двуручка, все дела, но что-то как-то, ну, не то, ребят. Ну, нет, не ощущаю я в нем такого могущества, как в той маленькой палице, которая делает просто чудеса с орками. Вот с той фигни я мог бы задрочить его и все. А это, ну, что-то вот не то. Поэтому давайте вернем ее на место. Все-таки он поскромнее и посерьезнее. Ну, в смысле, он не, выглядит не серьезно, а как по щам даст, так сразу подумаешь о серьезностях. Ну, вы поняли, о чем я. Вот днище, а? Что за днище? Да, вот это обалдеть. Вот это нубяра. Давай. И опыта с них, кстати, неплохо падает. А их как грязи, насколько я помню. Этих орков. Вот насколько как грязи. То есть настолько как грязи, что прям... Этот бежал, меня даже не удосужился топор в руки взять. Кран-панч опять, это я подбираю. Вообще, вы скажете, зачем я их валю? А я скажу, хочу и валю. Ну, потому что, типа, это сам наезд. Шавка. Так, вообще-то хотел похилиться, а то меня отвлекла. Блин, уже 59 массы. Вот вы думаете, что много? Вот нифига не много. Это я про то, что у меня было много когда-то. Я думал, что это много, действительно. Оказалось, что это фигня. Так, ладно. Только жалко, псины не по одной агрятся, нифига. А их там хреново тонна. Хрена ли он? Как тебе плохо попался на удар, сучка? Если бы я умел сносить вам всегда плохо попался на удар, я всегда так делаю. Но поскольку я не умею, то вот угребай, как я умею. Вот это контрутар был. Прыгает, а я прям по хребтине. Типа нефиг. Как же у вас дохуище здесь? Еще они так идут медленно? О,
О, нет. Этих конзам куцу почув не хватало. О, нет. Ребят, у нас проблемы. Если вы об этом. Я боюсь посмотреть, какая рада за нами бежит. Нюх нафиг. Чувак, у тебя проблемы. Ёпы. Ребят, там кажется орки идут, ребят. Какого хуя? Че, типа всем нормально, да? Черт! Я, блядь, бежал от него полгода, чтобы сдохнуть вот так вот, да? Сука. Ты меня, конечно, выбесил. Отличный сейф. Вам так близко. Так, ладно. Вообще, хрен лысого они здесь могут охранять. Там же толком нет ничего. Давайте вору морков поубивать, а не гончих. Не, ну двух я замочил, но это, блин, действительно сложно, потому что управление здесь не очень. Если бы он мог переключаться между целями, какая цель к нему ближе, типа, то он атакует. Он атакует одну, которая стоит дальше всех и даже не подходит, а тем удохают те, на которых ты не можешь переключиться. То есть, понимаете, система немножечко несправедливая. Че, я загрел их? Че такое? Башня какая-то. С покерфейсом такой. Побегал от орков. Ой. А это типа какой-нибудь хитрожопый нуб. Луком сюда залез, подкрался мимо них и оттуда стреляет по ним, по оркам. Такой типа, вот я крутой, я могу убивать орков. Да, купол это клево. Так, ладно, давай слезай. Надо, по идее, по основной линии идти, типа в шахту. Но Женя же не имется, нам надо пооткрывать новые территории. Зачем? Спешить, говорит. Так, давайте чекпоинтимся. Вообще, в принципе, что они охраняют? Они стоят к этой фигне спиной. Где они? Что-то он вообще там один остался. Или меня засада ждет внизу? Такие типа, о, не ожидал, а мы здесь. Там варан какой-то клевый ходит, с гривой. Мне к нему не надо, потому что эта карта уже идет непонятно куда. А, извините, хватит открывать карту уже. Надо добраться до охотника, все-таки хочу выучить акробатику, я думаю, это не такой уж плохой. Профит будет от нее. Так, 22 тысячи всего, ой, 2 тысячи всего надо для лавалапа, то есть вообще копейки. А вот что они охраняют, типа здесь что-то клевое есть. Типа мы будем это охранять, потому что иди нафиг. Давайте еще раз на карту посмотрю. Я же слоупок, не понимаю, почему. Так, вот сюда если смотреть. Короче, все понятно, я просто зашел на землю орков и хвастаюсь своей писькой.
А мне еще рановато здесь быть. Так что возвращаемся. Вот эти, помните, цапли? Нас неплохо потрепали в прошлый раз. Я хочу сказать, здесь много кто нас может неплохо потрепать. Любая из этих собак нас очень неплохо потрепит. А еще ворки очень настырные, и они будут бежать за мной, пока мне член не отвалится. Ребят, вы же охраняете территорию? Так вот, сделайте что-нибудь. Я просто буду продолжать бежать и прыгать. Потому что я не уверен, что они от меня отвалили. Цаплю. Ты пишешь, это сам, не дерзи. Вот здесь вот есть какой-то охотник. Правда, не уверен, что это тот. Но здесь рядом, в принципе, все эти охотники. Да, стервятник. Вон он, повышенных. Гоблины опять. Вас же убивали. О, они легче убиваются, если опыта. А, 60. О, 80. Ладно. Чувак, ты лучше учишь акробатики. А, ты луку вроде учишь, да? Жрать. Как не приду к нему, он вечно жрет. Ты можешь? Это зависит. Подкрадывание. Да, подкрадывание. И 10 очков требует. Ну она, блин, бесполезная. Я думал, это акробатика, это подкрадывание. Нет, спасибо. Захочу, убью тебя. Но я не хочу, так что не буду. Так, ладно, погнали отсюда. Ты вообще все равно вечно жрет. Как не наестся. Еще раз гляну карту, ребят, потому что я все забываю постоянно. Так, ну вот, в принципе, все просто. Сейчас я... Если я чисто прям пойду, там будет еще одна хижина, похоже. И там обучают чему-то адекватному. Вроде как. Ну давайте, я ради интереса пробежимся, просто здесь недалеко. Пока я здесь рядом нахожусь. Вот. А, там эти... Дурачки. То есть, похоже, я не сюда пришел. Ладно, сейчас вот этим по шее надаю. Ладно, не надаю. Я так пошутил просто. Они все еще такие, такие же сильные, как и были. Ладно, пойдем дальше. Эти падальщики возомнили о себе, не знаю что. Пещера какая-то. По-моему, сюда не ходил. Как ж не уверен. Здесь все-таки крутокрысы. Ну, не важно, даже если сюда ходил, то крутокрысы, они, в принципе, полезные. Потому что с них падает по две мяски, а мяско у меня уже кончается. РПГшка бьяч. А, вот он-то этот охотник, который может научиться мне акробатике вроде бы как. Ну, посмотрим, что он скажет. Лейтан. Ты хорош. Что скажешь, если я сохраню здесь? А, я с тобой уже разговаривал. Именно поэтому ты на меня обиделся, да? Мне твой лук не нравится, еще ты меня бесишь. Ты будешь против, если я тебя убью? Убери оружие! Убил бы, если б мог. Не достаю просто. На этот раз тебе повезло, но я бы с удовольствием кратковатая палка тебе просто морду. Извини. Так, что у нас по плану? А, ну мы правильно движемся, все нормально. Просто я знаю, печаль, беда в том, то, что... Переустанавливать готику, потому что это долбанная шахта, в нее он
сертификаторами не зайдет. Так, у нас звоночек, но фиг бы с ним. Может, до шахты мы дойдем. Так, по фасту чекаем, что здесь есть. Там гоблины внизу. Ну хрен с ними. Да, все-таки по одному падальщику доспавнится. Потому что мы здесь всех убивали, по-моему. И в общем они спавнятся. О, мухи, клево. Обожаю мух. Особенно, когда я до них не достаю. Блин, дождь пошел, только выспался, сразу дождь пошел. Надо опять кровать искать. Чтоб типа поспать до следующего утра. Че у нас там до шахты? Ну ладно, дойдем, фигня. Правда, нет. Блин, замедляют постоянно всякие крутокрысы. Но я не могу их пропустить, потому что это еда. А еда в этой игре очень важна, особенно когда залагиваешь. Вечно у этих крытокрыс какие-то пещеры есть. Какие-то пустые пещеры. Вот же читеры. Ну хоть мясо дают. Нам вроде бы сюда, а потом налево. Или нет? Да, вот она, шахта. Ну что ж, в таком случае на этом все. С вами был Баш. Спасибо за просмотр. Ну, как вы знаете, всегда подписываемся на канал с вами. С вами. Ставим лайки. И всего доброго. Пока-пока.